Сегодня в мире проводятся мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с ожирением. По данным ВОЗ, сегодня в мире насчитывается 650 миллионов взрослых и более 120 миллионов детей, которые страдают ожирением. Что это за заболевание, как его профилактировать и как с ним справиться, обсудим с нашим гостем. Сегодня с нами на связи Александр Соболь, врач-гастроэнтеролог, терапевт. Александр сегодня на конференции в Екатеринбурге и прямо сейчас выходит с нами на связь. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что это за болезнь ожирения? Действительно, да, тема ожирения, она волнует многих. Пандемия ожирения началась уже давно. По многим мнениям ученых, так скажем, да, что к 2030-2035 году треть населения земного шара будет страдать ожирением. Что такое ожирение? Вообще, так скажем, если дать самое простое объяснение – это нарушение баланса между в основном потребляемым, да, пищей, калориями, энергией и, так скажем, условно говоря, расходом. Да, то есть это баланс. Эта теория, она алиментарная, конституциональная. Да, то есть, условно говоря, если человек ест чуть больше, чем ему требуется для основного обмена, он будет набирать вес. Это конституционально элементарная теория. Существует еще несколько теорий, так скажем, и которые приводят к ожирению. Это эндокринные проблемы, хронические заболевания различные, сахарный диабет в том числе, который приводит к метаболическому синдрому. Да? Что такое метаболический синдром? Это как раз триада: сахарный диабет, гипертония, ожирение. И сейчас еще, так скажем, говорят, это тетрада, здесь еще дислипидемия, то есть нарушение обмена липидов, холестерина. То есть именно вот эти показатели, они будут ухудшать состояние, прогноз человека, сокращать продолжительность жизни, будет страдать качество жизни, ну и, естественно, так скажем, это будет отражаться на экономическом состоянии любой страны, потому что именно метаболический синдром ожирения начинается в трудоспособном, в рабочем возрасте. Это и есть, так скажем, бич 21 века. А если говорить о симптомах этого заболевания, вот как, по каким признакам определяется, что вот это именно ожирение? Есть стандартизированная схема, принятая, общеизвестная, принятая, это индекс массы тела. Но есть нюанс, да, по индексу массы тела мы не всегда можем четко и правильно определить ожирение. Ведь, понимаете, есть когорта, например, спортсменов, да, то есть у спортсмена индекс массы тела может быть больше 25. Но этот индекс будет больше за счет мышечной массы, а не жировой. Мы с вами знаем градацию, что есть 4 стадии ожирения, да, то есть избыточная масса тела, первая, вторая, третья. Нормальный индекс массы тела, да, это от 18,5 до 24, условно говоря. С 25 до 20, там, с 8 до 29, там, это вторая степень, больше 30, там, до 35, это вторая степень, и выше 35, там, условно говоря, это третья степень, да, условно говоря, вот. Но самое главное, да, что мы должны понять, что есть еще и анализы, которые мы можем также посмотреть у человека. Да? Это лептин, например, резистин. То есть вот эти гормоны, они будут отображать именно липидный обмен. То есть если лептин больше нормы, сразу же можно сказать, что, условно говоря, у человека есть склонность или признаки ожирения. Также есть инструментальные методы диагностики, да? Например, УЗИ. Есть биоимпедансный метод анализа, он признан, то есть через биоимпеданс мы можем как раз определить состав вообще человеческого организма, сколько у него воды в организме, сколько у него мышц, сколько у него жира, так скажем, да, воды клеточной, внутриклеточной. То есть это очень хороший такой ориентировочный метод. Ну и также надо, я говорю, еще учитывать эндокринную патологию. То есть, например, если конкретно разбирать Пермский край, мы с вами знаем, что у нас эндемичность по йоду, да, то есть по ЗОПу. То есть дефицит йода приводит к гипотиреозу. А гипотиреоз, в свою очередь, естественно, будет накапливать и воду, и жир. И это тоже будет, так скажем, усиливать жировую болезнь. Александр, а чем ожирение опасно? Сама жировая ткань, как эндокринный орган, может быть
продуцирующим органом, да, эндокринным, и сама вызывать ряд различных заболеваний. Так же, как вот мы упомянули, что патология эндокринной системы, да, то есть щитовидная железа, работа надпочечников, гипоталама, гипофизарная система в голове, да, то есть эта гормональная регуляция может приводить к патологии, связанной с обменом жира. Есть также генетические заболевания, но это тема отдельного разговора, она очень такая обширная, но они есть. Однако надо помнить, что процент очень маленький. Ведь действительно, если взять пропорции между алиментарным ожирением и другими патологиями, связанными с ожирением, да, то алиментарное – это минимум 80-85-90%, и только 10% ожирения – это все остальное. Ну что, делаем вывод, ожирение – это болезнь, а как с ней справиться? Проблема, сразу же скажу, мультифакторная и комплексная. Нельзя сказать конкретно, что вот вам только к эндокринологу, да, и заниматься только эндокринологом, пить сахароснижающие препараты, там специальные липотропные препараты, все у вас будет хорошо. Нет, здесь должен быть комплекс. Естественно, первый врач, который работает вообще с человеком во взрослой среде, да, во взрослой жизни, это терапевт. То есть перво-наперво надо работать с терапевтом. Дальше терапевт, естественно, делает план обследования, пробное лечение, план лечения формирует и параллельно направляет к специалистам профилирующим, то есть гастроэнтеролог, диетолог, эндокринолог, кардиолог. То есть эта проблема, еще раз говорю, мультифакторная и комплексная. Один специалист этой проблемой заниматься не должен. Иначе эффективность, естественно, такой, да, терапии, такого подхода будет минимальная. А наша задача сделать, так скажем, ну, нашу нацию, да, здоровее. Александр, я благодарю вас за такую интересную онлайн-консультацию. Желаю вам сегодня успехов на конференции. Нашим зрителям напомню, что сегодня с нами на связи был врач-гастроэнтеролог, терапевт Александр Соболь.